Имеются ли такие? Оружие, наркотики, боеприпасы. Нет. Что у вас имеется? Наркотики. Наркотики где? В шкафу. Посылочные пакеты. Это что такое? Это амфетамин. Это амфетамин, да? Да. С другой стороны. Кокаин. Установлено, что молодой человек приобретал оптовые партии наркотических средств и психотропных веществ различных видов, расфасовывал и сбывал посредством тайников закладок. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Покушение на сбыт наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.